Всем добрый день! Я рада всех приветствовать на своем канале, друзья и гости моего канала. И сегодня я вам предложу вот такой красивый узор для носочков. Узор очень плотный, красивый. Раппорт узора 4 петли и 4 ряда. Вязать его, этот узор, одно удовольствие. Вот так он получается. В шахматном порядочке, с изнаночной стороны тоже хорошо, плотненький. Я связала резиночку 2 на 2 и один ряд нулевый установочный, и пошла вязать узор. Пряжа у меня, я взяла вот такую подмосковную, 50% шерсти, 50% акрил. А вторая пряжа у меня детская мечта, 100% акрил, 90 грамм, 360 метров. Так, спицы номер 3. Давайте приступим к первому ряду узора. Первый ряд узора. 3 лицевые. Одну лицевую снимаем, нить за работой. Это и есть раппорт узора. 3 лицевые. Одну петлю лицевую снимаем, нить за работой. 3 лицевые за переднюю стеночку, 1 лицевая. И так вяжем по кругу все 3 спицы. Привязали первый ряд, вяжем второй ряд. Ниточки перекрестили. 3 изнаночные петли. Одну петлю снимаем, нить за работой. Это и есть раппорт узора. 3 изнаночные. Одну лицевую снимаем, нить за работой. 3 изнаночные. Одну снимаем, нить за работой. И так по кругу вяжем все 3 спицы. Вяжем третий ряд. 3 изнаночные петли. Одну петлю снимаем, нить за работой. Раппорт провязали. 3 изнаночные. Одну петлю снимаем, нить за работой. 3 изнаночные. Одну петлю снимаем, нить за работой. Так вяжем по кругу самостоятельно все спицы. Довязали третий ряд, вяжем четвертый ряд. Беру контрастную нить, у меня коричневая, и вяжем все петли лицевыми. Снятую петлю разворачиваем, а изнаночные вяжем за заднюю стеночку. Все петли лицевые вяжем по кругу самостоятельно дальше. Так, вяжем самостоятельно. Сейчас узор нужно нам вязать в шахматном порядке. Берем белую нить. Вяжем 1 лицевая петля. 1 лицевая петля. Одну петлю снимаем, нить за работой. 3 лицевые. Одну снимаем, вот оно видно, и 3 лицевые. Узор идет в шахматном порядке. Одну снимаем и 3 лицевые. Третью петлю берем со следующей спицы. И так вяжем до конца ряда. И в конце 2 лицевые. В конце 2 лицевые и здесь 1. Сейчас продолжаем узор. Здесь будет 1 изнаночная, только белой нитью. Извините, белая 1. Снимаем. Здесь 3 изнаночные. Все так же вяжем. Снимаем. 3 изнаночные. Одну снимаем. 3 изнаночные. Со следующей спицы берем. И так вяжем по кругу, чтобы узор у нас получился в шахматном порядке. Так, ну, снимаем. Вяжем самостоятельно. Привязали шестой ряд, вяжем седьмой ряд. 1 изнаночная у нас получается петелька. Снимаем.
3 изнаночные. Ниточки перекрестили, вяжем 1 изнаночная, 1 петельку снимаем, 3 изнаночные. Вяжем в шахматном порядке. Узор очень легкий, запоминается легко. Справится даже начинающая рукодельница. И так вяжем по кругу. Вот, смотрите, оно все идет в шахматном порядочке. Привязали 7 рядов. Сейчас будем с вами вязать 8 ряд. Все петли лицевые. Берем контрастную нить коричневую. Все петли лицевые вяжем. Снятую петлю разворачиваем. Изнаночной вяжем за заднюю стенку. Петельку разворачиваем снятую. Все петли лицевые. Итак, вяжем по кругу. Все петельки лицевые. Изнаночную провязываем. Лицевую за переднюю стенку. Изнаночную за заднюю стеночку. И так по кругу провязываем все лицевые петли. Вот такой узорчик у нас с вами получился, друзья. Очень симпатичный, плотненький, красивый. Узор я назвала шахматы. И узор повторяем с 1 по 8 ряд. Всем спасибо, что были со мной. И до новых встреч в новых видео.